Доброе утро, красота моя. А я что-то понять не могу. А почему у нас кругом клоки раскиданы по всей территории? Вот я не понимаю. Это что вы делали? Шерсть свою скидывали? Или кого-то затащили здесь, раздели? Бая, иди сюда. Вот иди сюда. Вот ты мне расскажи, что произошло на нашей поляне. Это мой кофе. Это мой кофе. Вот расскажи, что вообще произошло. Ягоду ободрали дрозды. Ты ее не защищаешь. Почему ягоду не защищаешь? Бая, почему не защищаешь ягоду? Это же наша ягода. Все, мы остались без ягоды. Правильно? Правильно. И все благодаря Баянеше. Потому что Баянеша уже поела, и ей достаточно. Андора, откуда шерсть на участке? Расскажи. Вот расскажи всем, откуда взялась шерсть на участке. У нас все покрыто шерстью. Я даже не знаю, чья это шерсть. Может, это медведь, может, это волк. Бая, ты как думаешь, чья шерсть? Ваша? Медвежья? Волчья? Не знаешь. Может, Кася знает? Но Кася охраняет территорию. Одна единственная собака из четырех охраняет территорию. Остальные красивые бездельники. Но вот посмотрите на эту красоту неописуемую. Красота вот неописуемая просто. Что происходит на участке? Я не поняла, кого они драли. Вот смотри, какие клоки. Еще меня вот эта собака толкает. Что происходит, Даниил? Ты же умеешь читать их мысли. Ты расскажи мне, что происходит. Бая, что... Тебе стыдно. Даня, узнай у Анды, что происходит. Откуда шерсть? Кто к нам заблудился ночью на участок? Надо говорить, что никто к ней, что никто к нам не заблуждал в участок. Это они налиняли. А, это они линяют? А что она на тебя развалилась? Почесушек хочет? Нет, она просто хочет полыжать. Она нежности хочет, ласки хочет. А, у тебя жук-паук. Бая, вот тебе не стыдно? Ты не могла сразу сказать, что, откуда шерсть? Ягоду. Даниил, а ты видел, что у нас ягоду воруют дрозды? Да это не дрозды, это мы ели вчера ягоду. Нет, я только что гоняла птиц. Три лайки в доме, и птицы воруют ягоду. Это что за позор? Позор на всю страну. Ты нежишься? Ты неженка-мороженка? Вот так. Тронь ее за лапку, она чихнет. Вот так, не чихнула. Ну, извините, не получился фокус. А узнай, как спала сегодня Анда. Она спала хорошо. Приснилось 100 килограммов сосисок. Вот так. Вот так. Охраняем. Там сосед. Да. Бая, ты вот такая злая? Ты вот такая злая и красивая. Красивая и злая. Анда, а ты покажи, какая ты. Добрая или злая? Покажи мне. Покажи мне. Андорик, покажи, какая ты красивая собака. Красивая и злая собака. Вот забор специально затягиваем виноградом, чтобы девочки не кидались на соседей. Ну, потому что же они охранницы. Они охраняют. Но вот эти клоки, конечно, это как вы умудрились пролинять ночью, за ночь полинять. Как вы умудрились? Вас же вычесали. Совести у вас нету. Даня, что говорит на эту тему Байка? Она говорит, что они сильно много линяют. Их почистили, а потом они снова налиняли, почистили, полиняли, почистили, полиняли. И это бесконечность? И это безысходность? Что нам делать? Может, их на лосо подстричь? А давайте вас на лосо подстрижем бритвой. Вот так. Чик-чик-чик. Моя говорит нет. Нет? Красивые будете, лысенькие, голенькие, хорошенькие, да, Данечка? И как раз морозы стукнут, -30, -40. Это будет продолжаться, пока они не долиняют зимние штуки. А, ты считаешь, они плохо полиняли? Это вот так, зимняя шуба. Зимняя шуба все-таки? Да, а им нужна летняя. Так лето уже заканчивается.
Сейчас еще немножко постоит у нас жара, и опять будет холодно. Пойдемте посмотрим, где у нас Андора. Андора убежала в Нарнию. Это такая закрытая маленькая территория. А вот смотрите, Андора. А что у нас делает Андора здесь? Что у нас делает Андора? Мышей караулишь? Что там Андора ищет? Бая ищет. Гера вообще не хочет ничего искать. Вот Даниил явился. Я за тапочками. Покажем вам наш пион. Смотрите, какой красивый пион. Распускается. Ага. Какие-то уже отцвели, какие-то распускаются. Благо девочки туда не лазят. Это наша розочка. Готовится распуститься белые. В этом году все белые. Прежние розы у нас вымерзли. Это новые.